Привет! Я обещал, что буду дарить тебе подарочки. Так вот, совместно с Mikey.kz я разработал для тебя мерч. Офигенного качества и ручного пошива. На выбор одна из этих футболок может достаться именно тебе. Условия розыгрыша в конце этого ролика. Привет еще раз, ты на канале VAP Music. И сейчас мы будем с тобой смотреть клип Дэшикса на песню «Салам алейкум». И клип Сэм Космо на песню «Ла-ла-ла». Поехали! Алмата! Салам алейкум! Салам алейкум! Салам алейкум! Всем моим родным! Салам алейкум! Я никогда не плясал, почему ты фрейд? Ну, слушай, это... Ты никогда не вмешался в эту ячейку. Монтаж топовый. Лицемером всегда держал на линейке. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Для своего города я будто Дрейк. Классно. Будто Дрейк. Со мной мы сияем, как Лейкерс. Деньги двигаются и растут, будто без мейк. Не, ну круто, действительно, мне нравится. Салам алейкум. Салам алейкум. Я фристайл и выхит мейк. Лоуни, но я не эйк. Хендрик Ламар в тюбе тейк. Бейс лишь и будто зейк. Бас в голову как бэк. Я не твогал, но ты бэк. Я создал им новый бэк. Прям прет вообще, я знаешь, по таким впечатлениям. Смотрю все, пытаюсь анализировать и кайфовать одновременно. Салам алейкум. Всем моим родным. Я, кстати, познакомился с этим типом в ТикТоке. Я думал, он просто ТикТокер. После этого слушал Айл Лук Манапа совместку. Чистоколом, наша недружелюбная контора. Сзади не так и уедешь на скорой. Сунутый в ухо и в нос, как у Лора. Салам алейкум. Действительно, мне нравится. Я никогда не плясал, почему ты фрейк. Топчик, топчик. Я никогда не мешался. Это как у Моргенштерна, только масштабнее. Всех лицемеров всегда. Кадров дают. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Ну круто, круто, прям атмосферненько, крутая съемка, разъебистый довольно-таки трючок. Битло. Топчик, топчик. Отличный трек, прям с надрывом такой, стиль мне его понравился, вот эти вот моменты, салам алейкум, вот это прикольно, у меня не получается, конечно, но так как, видимо, он неподражаемый. Ну, в общем, мне нравится клип, мне нравится трек, я, скорее всего, это буду даже слушать. Ничего плохого не могу сказать. Нашел единственную отсылку в плане того, что вот этот кадр на коптере спортивном, как у Моргенштерна, но прям круче, прям масштабнее на стадионе. Лайк, Дэшикс, Дэшикс. Особенно если ты это посмотришь. Респект тебе. А мы двигаемся дальше. Мы слушаем Сэм Космо и смотрим клип на песню «Ла-ла-ла». 12 лямов. Опа. Как кино вам в поисках мамы? Интересно? Стоит посмотреть? Уже что-то приятное. Ты не забывай. Ну и такая попсовенькая песня, я как понимаю, это Сэм Космо. Пока мне бы еще сил набрать. Красиво поет. Те стены забудут по
приятно слушать. Предыдущая песня я слушал, не очень зашла, а вот эта больше нравится. Я такие песни, честно, не слушаю, но она приятная. Голос, сведение. Держи ту руку, что твою не отпускай. И, любимая, ты прости меня, пусть это часто звучит. О, не вини меня, верь и принимай, тянешь ты словно магнит. Мы как будто персонажи в наболевшей мелодраме. Слово мир, которым часу взяли вверх над дураками, погорел. Хороший перебор слов был. Подари еще немного теплоты, но надали. Те стены забудут последний февраль. Мысли унесут к осенним ветрам. Где минутам, где нелюдно с тобой уютно. Днем и ночью теряется. Душевная песня для тебя. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ну скажи, любовь моя, кто о тебе мечтает. Что, будешь участвовать в розыгрыше? Пиши обязательно комменты. И ты победишь. Все приятно, все круто. Особенно то, что это саундтрек и клипец такой прям залетающий. Серьезный подход. А это не казахстанский актер? Моя будущая мама. Или кыргызстанский? Хорошая. 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 Песня тоже хорошая. Мне нравится, как сказать, хорошая, попсовая, душевная песня. То, что нравится людям, то, что слушают люди. Я просто слушаю больше рэп такой вот. Мне больше рэп заходит. Но такое, опять же, в компании, в машине где-то, в дороге, в путешествии. Надеюсь, однажды оно у меня будет, путешествие. Я обязательно послушаю Сэм Космо. А теперь розыгрыш. Условия максимально простые. Обязательно нужно быть подписанным на мой канал и оставить комментарий под этим видео с хэштегом #VAPMusic. 10 победителей я объявлю в своем сообществе 31 декабря. А если тебе понравился мерч, ты всегда его можешь приобрести по ссылке в описании. А также на сайте Mikey.kz ты можешь создать мерч по собственному дизайну. Заходишь в конструктор, выбираешь фото и готово. Йоу, ну что ж, удачи тебе. В общем, я немного на таком волнительном состоянии, так как у меня первый розыгрыш на канале, первая интеграция такая, и, в общем, жду вашей поддержки. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Саша Устайл. Салам алейкум!